шучу. Идем. А больше ты не заслужила, идем. Так, сейчас я попробую попрыгать через вот это вот. Поставлю сюда камеру. Неплохо, неплохо, но выше я не смогу. У меня пока что нога заживает. Сейчас мы возвращаем вот это все на место. На тренировке еще очень много времени. Несколько часов. Так. Это сюда. Смотрите, у нас на втором этаже тут есть кресло, чешуя, кожура, чешуя, и кресло, чтобы посидеть, смотреть на тренировку. Правда, ничего не видно, вот смотрите, мы будем очень классно смотреть через щель. И мне надо покупать новый бридж. Вот это вот что? После зимы, из-за того, что я вниз теплую одежду надевала, у меня вот все вытянулось. Они на мне висят. Это все надо менять, хочу купить новый бридж. И мой помощник, который держит все мои вещи. Работаю вешалкой, оператором. И кем скажете? Привет, Даш. Привет, кобыла. Кобыла чистая после кондиционера. Хорошая кобыла. Вот это я понимаю сбор. Да, может, если захочешь, вам не надо. Что так? Сзади аккуратно. Она все попит на тебя. Да, вот она встала. Слушай, прям как тумба, только наизнанку. Ага. На тумбу уже передняя. Да. Ест ветки. А побегать? А побегать тут неудобно.
маленькая Левада, все тут занято. Даша. Давай, ложись, Ну, чтобы не подрались. Да. На балкон там частные лошади, а это школьная лошадь. Разные владельцы. Чешется. Да. Ой, пыль поднялась. А ты частный конь, да? Новый частный конь. Такие ушки классные у него большие. У Дашки такие маленькие ушки. Смотри. И Дашка такая, а вы что, что-то даете, да? Что-то там даете? Да, ну она и грязная, конечно. Хорошо, что у меня кондиционер есть. А он типа тоже как-то вычищает грязь? Ну, он делает шерсть гладкой, и она легко вычищается. Держи. Вот, она умеет аккуратно брать. Оказывается. Аккуратно. Вот. Реклама. Да. Реклама кондиционера. Купил ее в Проконе. Проконе мне не платили, но я их рекламирую. Класс. Сегодня будем пробовать. Она пшикается очень хорошо. Вообще замечательно. Ей немножко щекотно подергивается. На упаковке вообще написано, что он еще и насекомых отгоняет. Надеюсь, что это так работает. Так, пахнет вкусно. Ага. Он вообще гипоаллергенный, там все такое. Все только натуральное. А он для чего? Он для, чтобы... Чтобы чистить вообще. Пыль полетела. Довольно быстро ощущается, прям легко. Вся пыль уходит, не хранится. Ничего себе, прям все. Так тут. У него, как всегда, кайф. Блин, а что, ты можешь брать деньги что ли, за рекламу? Да, можно. Ну а что? Потому что в Проконе заплатите мне. Реально.
Ну, потому что реально очень хорошо так смылось. Да. Счистилось. Вообще там классно. Вообще. Она еще ей так нравится, когда его тут вот чешу. Да. Вот прям кайфует. Тут. Короче, все места, короче, она не дотягивается просто. Все классно. Ну-ка. Раньше она меня в ответ чесала даже. Берем кондиционер. Угу. Как легко пшикается. Ага. Покупайте. Сколько стоит? Стоит 900 рублей. Съемка с высоты птичьего полета. Ой, давай я. Опа! Наверное, особо не поменялось. Восточные сказки зачем? Какая там тренировка сейчас? Выйдем из подъезда. Так на нее, знаешь. Ну все, мистер, давай уже. Бери все в свои руки, а я спать. Да, попонкой укроемся. Мне нравится, ну, полосочки уже проявляются. Нет, тут, вот тут должны быть. У меня вот эти есть полосочки. И вот тут главные полосочки. Реально вот полосочки. Да, а там будут ярче еще полоски. Тут у него вообще как тигрица. Приколи, она через 5 лет такая тигрица. Да. Давайте съемка. Нет, надо тогда уж вот так вот. Она вырвалась. Там ничего не видно, будет плотно. Серьезно? Пойдемте же к это. Это империя! Ой! Она сама. Империя! Опять будет так же носиться. Нет, она сегодня работала в лесу. Да? Где? В лесу? Угу. Нет, сейчас есть. Прикольно. Поставь. Реклама, за которую тебе не платили. Чек, все тут. Еще ничего не видно, ну ладно. Что такое? Ей очень... О, она в сбор встала. Сейчас попробуем на грязной шерсти. Реально. Посмотрите, какая грязная шерсть. Даша, ты где так извалялась? Хотя она не валялась. Она валялась, еще. Валялась. Да, она еще так козлила. Когда мы с Машей пошли с инфантой там гулять. Ну да, и там побегать особо негде. Инфанта там носится, все носятся, и Миссури такая стоит. Дашка, блин. Эх! Не повезло. Восточные сказки. Давайте же посмотрим, положила ли я на место. Что там? А, да, я положила. Ага. Даш, ты чё? Я же просто слишком хорошо. Он так смотрит на меня. Смотрите, как все стало чисто. Реально так все чисто стало. Ага. Точно чисто не станет. Смотри, мы сделали рекламу, за которую нам не проплатили. Это от... Жесть, как так-то? Да вот именно, я думаю, как так? В общем, это чтобы очень хорошо ложь чистилась. Кондиционер? Нет, не кондиционер, это чтобы, да, она просто... кондиционер. Ну, типа кондиционера, может. Ну, типа бальзам кондиционер. Ну, да. Я тоже по шерсти как бы кондиционером. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь кофе? Да-да-да. Давай, Миссури, пой. Восточные сказки. Она потанцовывает. Зачем ты мне строишь глазки? Зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь. Зовешь пойти с тобой. Ой,
Ой. Да, что звезда и трубы, какие уже смешные. А все решено, я даже не буду музыку. Да, вот, понимаешь, не надо. Зачем? Давай, Миссури, пой. Мы слушаем тебя. Если что, ты не поешь. У тебя нет, да, нормальной расчески? Поэтому у меня есть нормальная расческа. Короче, сейчас мы будем чистить. Дай, покажу, как надо. Да я тут с одной рукой. Бок, а не сзади лошади. Смотри, вот что ты такая? Снимай. Отходим бок. Зада. Это первое. Потом напрягиваем. Кондиционер. Здесь напрягиваем. Первая прядь. Расчесываем. Расчесываем. Вот так. Аккуратно, красиво. Прям чтобы 100%. Дальше. Следующая прядь. Можно я почищу, пожалуйста? Что? Я хочу почищу, почищу. Окей, только попрядь. Ок. Чтобы на. Прям... Вот, ребят, смотри. Следующий туториалщик. Сейчас, подожди. Эти прядки мы уже используем. Оп, оп. Четыре руки Дашку чистит. Тебе не стыдно, а, Дашка? Че ты мне тут своим носом тыкаешь? О! Опа, позирует. Ты такая смешная, Даш. Даш, ты че как разложилась? Ты видишь, как она стоит? А, все. А, она меня услышала, походу. Так хорошо чешет. Да, с камерой. Ау. Дай я голову одену и буду тебя. Это наш крем. Типа крутая. Про седловки лошади. Смотрите, ребят. Расстегиваем под кругу. Будет речку, пока не снимаю. Смотрите, ребят. Нет. Первую пристругу расстегнули. Вторую расстегнули. Вот так. И все это мы делаем. Если мы расстегнем деньги, то просто сейчас поднимаемся. Подожди, сейчас мы будем учиться, как же одевать уздечку. Давай, как же одевать уздечку. А, это, нет. Уздечка с марцингалом. Как же, да. Так что с этим трендем аккуратно. Он еще и тонкий, он строгий очень. Да. Все, давай. Давай, удачи. Спасибо. Идем. Стой. Стой. Идем шагать. Можешь с ней сейчас пошагать в руках? Я за перчатками сгоняю. Спасибо большое. Этот открыть? Да. А что, вы уходите? Хромает. А. Да. Блин, плохо. Спасибо большое. Так. Ну как, тут нормально уже открыть? Да, нормально. Кайфец. Когда используешь, нормально? Да, тоже нормально. Кайфец.
конечно, в руках с общими тут ходил с этим хлыстом. Нет, ее надо было давно к хлысту приучить. Конечно, да. Это особо нет, не влияет уже ни на что. Знаешь, когда влияет? Когда она бок выставляет вот так, чтобы затащить. И то, когда ты близко к барьеру подошла. Да, все с камерами вообще, все. Где нормальная жизнь, когда никто ничего не снимал вообще? Ну, какие у тебя брюки шикарные. Да, вообще. Проветривание. Писк моды, да. Вентиляция. Амортизация. Да. О, спасибо. Держишь? Да. Идем дальше. Нет, нет. Спокойно. Камеру снимает, да. Ой, мы теперь на улице занимаемся. У нас тут нет частично забора. Вот, вроде должно быть все нормально. Еще мы сегодня вот это прыгали. Да, забор у нас классный. Это все после зимы. Тут кони гуляли. Обычно. Я буду пробовать ей пускать голову. Делать упражнение вперед и вниз. Чтобы она спиной работала. Ну и выпрямлять потом буду. Чтобы отдыхала. И там валяется лошадка. Жеребая. Будет жеребенок. Это частная лошадь. Как вы ювелирно там протиснулись. Не одно, так другое. Он так классно перешагнул через все это. Я думала, он заденет. Даша. Ты можешь подержать ее так аккуратненько, сниму кофточку, вот так. Потом фиг возьму обратно. Так, ничего сейчас. Страшного. Аккуратно. Страшного. Я тут вообще ничего не делаю такого. Буду чесать. Так. Все хорошо. Все хорошо. Вот, чешись, там отвлекись по полной. Так. Забирай. Ой, отлично, какая ты умница, молодец какая. Все-таки уронили. Кстати, я купила второй повод. Возможно, буду ездить и с ним тоже, но сейчас я не буду. Я возьму отдельную тренировку по выездке, чтобы самой научиться так ездить. Это для того, чтобы не на постоянной основе не использовать рычаг. А чё, рысь уже? Ой-ой-ой, как тут страшно. Молодец. Если что, почему я по очереди руками вот так вот делаю пальчиками? Потому что если я буду просто ее тянуть двумя на себя, она не поймет, она думает, что это остановка. Ее научить так собираться. Опускать голову. Молодец. Вот она опускает голову. Она поняла, что я от нее хочу. Так, сейчас меня со стороны поснимают.
Я первый голубь. Блин, кругом кони. Сейчас, идите. Стой. Нет, нельзя. Блин, я, короче, поменяю направление. Молодец как. Идем. Молодец. Правый, это ко мне. Молодец. Жив? Офигеть. Что, можем продолжать? Так, нога. Thank you.
и мы тут идем. Так, немножко успокоился, да, не до конца. Молодец какой. Молодец. Даша умница. Ага. Молодец какой. Ничего себе, она прям собралась. Ай, ты умница. Давай с тобой. Со да. Угу. Арин, уйди. Ага. Нет. Ни хрена себе. Ну. Может опустить? Прям хвост там. Проси. Молодец. На. Молодец. Идем. А больше ты не заслужила, идем. Попробуй не хватать руками. Обычно набирай короткий повод, чтобы она была в большем контроле. Потому что она поднимает голову, коротко повод становится. Ничего себе! Хоть что-то. Тише.
Молодец. Ждешь уже, да? На. Пойдем. Уже все выучил. Ну. Спокойно, спокойно. Даша. Пойдем, я иду. Да, Даша, ну куда ты? Ага, ладно. Прысь, молодец, ай ты умница. Ты умница. Ждешь, да? Зарплату ждешь. Держи. Идем. Стой, что, 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 Даша, 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 что? В нас не без рук. Что? Не в нас, не без рук. А, да я это ей говорю, Дашке. Пойдем, пойдем, пойдем. Молодец какая. Стой, на. Классно, теперь есть команда для остановки. Да-да, да. Что и берет аккуратно. Даже это снять. Ой, ты умница, молодец. Тихо. Ну, что такое? Ой, ничего себе там. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Все, все, не тяну. Пойдем. Наемница. Лиза, Лиза! Стой. Молодец. Даша, на. На. Даша. На. Ай, ты умница, еще и аккуратно берешь. Умница какая. Тихо. Идем, Лиза. Ай, ты умница какой. О, как ты классно собираешься. Ай, ты молодец какой. Ай, ты молодец. Заходим, желтые. Да блин. Стой. Ты что как криво полетела. Аккуратно, Даша. Шагу, давай, давай. Желтый! Ну-ну-ну-ну-ну. Молодец. Даша, Даша. На. Молодец. Даша. На. На. Лена, возьми. Да блин. Лена. Класс.
Давай. Вторая попытка, Даш. Даш, на, на, на. Молодец, ты молодец. Капец, Дашка сырая. Ага. Горизонт тебе ведь? Гена, на. Гена, возьми. Ген. Капец, Дашка сырая, шок. Все? Она сегодня бешеная. Она сегодня галопом так скакала. Может, у нее смена обстановки просто так влияет. Бывает такое. Даша, на, на. Молодец, молодец. Стой, 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 стой. Ай, ты умница. Даша, ты молодец. Не совсем правда. Стоять, стоять. Не, она не прыгала клавиши. Мы вон тут маленькие, прыгали желтые. Все клавиши, а мы, да, мы маленькие кони, маленькие барьерчики прыгаем. Че, вот нормально, вот вы? Нормально. Мне очень холодно, хотя я в этой вот штуке даже. Все сейчас лошади немного не в себе, так как бы. Как? А, она вот так открывается. Давай. Классно, когда даже? Бежим, бежим. Шок-контент, мы закончили тренировку. Бешеная Дарья, бешеная Миссури-Даша выходит. Сейчас начнется. Дашка своим потом отмыла мне вальдрап. Тут был грязный. Сейчас более-менее. Ну, потому что я еще кондиционер на нее брызнула, она вспотела. И, видимо, все это перемешалось. И почистила вальдрап. Классно. Тот самый вальдрапчик. И ушки. Да, тренировка немножко так себе, но в принципе... А вы живы? Да, а вы живы? Я Дашке немножко нагрубила поводом, потому что она мне нагрубила. И мы друг друга немного недопоняли, потому что она пыталась носиться, а я ее держала. Она пыталась у меня активно носиться. Мы скакали галопом, я ей долго опускала голову, она не опускалась, она протестовала. Возможно, она снова отучилась от Олимпийки, но к концу она поняла. Начала уже опускать. Но все равно я нагрубила поводом, потом ослабила повод. Я понимаю свои ошибки, понимаю, где она меня спровоцировала, так сказать. Так, интересно, там кто-то есть или никого нет? Это строительный мусор, его потом уберут, но главное, что на дороге его нет. Нас тут обшивку делали. Сайдинг, или как он там называется. Дверь сделали. Прикольное уздечко. Я все хотела такую, а сейчас смотрю, что-то уже не так хочется. А ты чего? Ты что тут хрюкаешь? Ничего себе, ты нос. У тебя такой маленький нос? У тебя маленький нос. Зима. О, ничего себе, как классный. Все чешется. Возможно, она так себя вела из-за того, что мы впервые вышли на улицу. Там еще и щепа, и такой грунт мягкий.
поэтому она могла так себя вести. Еще она и погуляла плохо, потому что выпустили в Леваду маленькую. Она не могла там нормально побеситься, побегать. Так что тут все сложилось. Там и я немножко переборщила в местах. Она сразу это заметила, исправила. Стоят там, сейчас придут. Ну чё, как она? Ну да, ну тут и манежка, она со мной уже поносилась. Ага, я и смотрю, она тоже классно так скачет. Вообще классно. Вообще. У меня где-то к концу она начала уже и собираться, и все, она выдохлась. Ой, Дашка.